Это просто космос! Шелковская художественная галерея открыла новую экспозицию. Выставка «Первому полету. Память поколений» посвящена 55-летию первого полета человека в космос. Ее торжественно открыли летчики-космонавты Елена Серова и Салижан Шарипов, а также руководитель администрации Шелковского района Алексей Валов. Я благодарен всем космонавтам, благодарен за то, что они позволили нам Землю увидеть в совсем другом ракурсе. В ракурсе того, чтобы мы ее хранили мир на этой Земле. Я считаю, самые пассионарные люди, которые слетали в космос, являются достоянием страны, достоянием нас. Мы относимся к ним с большой любовью, с большим уважением, и когда стоишь с ними рядом, понимаешь, что соприкасаешься с чем-то великим. Выставочный зал галереи украсили фотографии из космоса, сделанные летчиком-испытателем Федором Юрчихиным. Картина академика Российской академии художеств Вячеслава Желвакова, президента Международной академии культуры и искусства Петра Стронского, члена-корреспондента Российской академии художеств Вероники Бубило-Масловой. Всех присутствующих также впечатляли картины младшего поколения, воспитанников художественных школ Московской области. Я рад, что много ребят отвлекаются и работают, и как бы с каждым годом все больше хороших фотографий, которые, конечно, впечатляют, и можно, конечно, сказать, что уже рисунки очень вдумчивые, там уже с фантазией. Осваивая космос, каждый космонавт, несомненно, успевает восхититься чудесами и красотами нашей планеты. Елена Серова – четвертая женщина-космонавт в истории нашей страны, побывавшая в космосе, и первая на МКС. Ее полет продлился 6 месяцев и завершился почти год назад. Она рассказала, что увидеть Землю одинаково не получится и дважды, даже если космический аппарат проходит над одним и тем же участком Земли. И ее коллеги, и она сама стремятся показать эту неповторимость и уникальность через доступные средства – фотографии и картины. Очень приятно, что здесь представлены совершенно разного уровня работы и работы ребят разных возрастов. Я была очень приятно поражена о том, каким образом выражают свои идеи, мысли, чувства. И ведь это все-таки творчество ребята наши. И я хочу сказать, что среди них я вижу очень много талантливых будущих инженеров, художников и, в принципе, творческих людей. Так дети знакомятся с космосом, постигая его через выраженное творчество. Искусство расцветало в этот день вместе со звуками скрипок и клавиш. А Вселенная, смотрящая со стен галереи, выдуманная и реальная, продолжит восхищать зрителей еще до начала апреля. Марина Позднякова, Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».